Здравствуйте, друзья! Большое спасибо, что Здравствуйте. пришли меня послушать. Меня зовут Тимур Насыбулов. Я работаю в Новосибирском государственном университете на Мехмате и преподаю курс, который называется «Алгебра и геометрия». Вот, помимо этого, я еще работаю в Институте математики имени Сергея Львовича Соболева, и там занимаюсь исследованиями тоже по математике. Вот. Если кому-то интересно, а такое обычно школьникам очень интересно, до этого я работал, значит, 1 год в университете Болоньи в Италии, в самом старом университете Европы. Вот. А некоторые говорят, что это самый старый университет мира. Университет Болоньи основан почти 1000 лет назад, в 1088 году. Вот. И после этого я еще 3 года работал в университете Лёвина в Бельгии. И вот вернулся, значит, в Новосибирск и работаю здесь чуть больше 1 года. Очень этому рад. Значит, в Новосибирском академгородке просто совершенно восхитительная атмосфера, которая располагает, значит, к научной деятельности. Поэтому, если вы уже, так скажем, смотрите в сторону математики или любых других наук, обратите внимание и на академгородок. Здесь то самое место, где, в общем, можно заниматься наукой. Вот, я готовился к докладу и посмотрел доклады, которые у вас уже были предыдущие дни. И у меня просто осенило, что на самом деле мы вам просто даем некоторый экскурс в вообще высшую математику. Вот. И сейчас я по докладам, которые у вас уже были, скажу широко, о чем эти доклады. Значит, в первую очередь у вас был восхитительный просто доклад вокруг базельской задачи. Я считаю, что этот доклад можно отнести, значит, к такой области математики, как математический анализ. Но если вот совсем широко сказать, то математический анализ — это вот такая область математики, в которой бывают бесконечно малые. Ну и вот базельская задача — это что там было? Надо было посчитать сумму ряда обратных квадратов. Это сумма бесконечного числа слагаемых, но они там уменьшаются и уменьшаются. Вот, то есть все ведет к бесконечно малым. И кто бы мог подумать, что эта сумма будет равна пи в квадрате разделить на 6, что выглядит совершенно неожиданно. Вот, следующий доклад был посвящен Эйлеровой характеристике многогранников поверхностей. Я бы это отнес к такой области математики или к таким областям математики, как геометрия и топология. И сейчас, да простят меня все математики, я скажу очень общо, что такое геометрия и топология. Значит, это такая область, в которой изучаются геометрические объекты, то есть все, что можно нарисовать. Вот это сразу смело можно назвать либо геометрией, либо топологией, хотя в них есть разница. А можно задать вопрос? Вы можете задавать. А где-нибудь можно ознакомиться с этими докладами? А вот давайте тогда в конце доклада мы это обсудим, потому что я ответа не знаю, но я убежден, что где-то есть видео. Скидывали. Я могу сказать. В телеграм-канале. Я могу сказать, все эти доклады, вы меня слышите сейчас, да? Да, слышу. Все эти лекции будут выложены в течение некоторого времени, значит, на сайте школы будет ссылка дана, сайт, вот, который в письме у вас была, сайт Лобачевского, школы Лобачевского. И по вашему аккаунту вы можете заходить, вот в течение месяца точно они будут лежать вот в Google среде в нашей, в этой. Понятно, да? Хорошо, вы можете посмотреть. Я тогда сразу Хорошо, немножечко спасибо. уточню, А вот, чтобы не да. было вопросов. Не в течение месяца, до конца января, то есть 1 февраля, ребят, ваши аккаунты будут удалены, соответственно, доступ у вас исчезнет. Поэтому в ближайшие 2 недели обязательно сохраняйте все, что вам потребуется. Ссылки будут, то есть прям прямые ссылки, если что, потом вышлем. В принципе, доступы уже есть, как правильно тут сказали, в телеграм-канале есть непосредственно ссылки. И в тех же папочках вы найдете, во-первых, все 3 лекции у нас уже записаны, и будет еще сегодняшняя 4-я. У вас будет 2 недели, чтобы их себе все пересохранить. А как телеграм-канал называется? В первом письме, где был ваш аккаунт, там как раз была ссылочка на официальный телеграм-канал нашей школы.
Понял, спасибо. Ну, я думаю, Вячеслав, я думаю, что мы ссылку дадим еще на сайте, хорошо? И, пожалуйста, вы можете писать по адресам на мейлы, которые вам были в рассылке указаны, и техподдержка, и мой мейл. Пишите, пожалуйста, на почту школы Лобачевский. Мы ни одно письмо не оставим без ответа. Все, извините, Тимур Ринатович, пожалуйста, продолжайте. Да, не прерывайте, пожалуйста, докладчика. Да. Я так слушаю увлеченно, и раз... Да, пожалуйста, Тимур Ринатович. Спасибо. Ну, я рад, что такие вопросы возникают, вот, что обязательно пересмотрите эти лекции, но мы идем к не менее интересному докладу про то, как построить самолет. Тут уже такая широкая область, что не сложно ее как-то определить одним словом. Тут сразу две такие обширные области математики задеты, как математическое моделирование, это первая область, вторая – численные методы. Вот, как я понимаю, математическое моделирование – это вот есть некоторый процесс, там, физический, химический, даже экономический или там, социологический. И вот нужно его как-то описать уравнением, чтобы хотя бы что-то с ним можно делать. Это и есть математическое моделирование, перевод процесса, который вы наблюдаете, на язык уравнений. Ну, а численные методы – это способы решения этих уравнений, потому что решить их, как правило, на бумажке не получается. Нужно пользоваться компьютером и решать их не точно, а приближенно. Ну и вот жемчужина, просто бриллиант среди всех этих докладов. Это мой доклад сегодня, который называется «Теория групп и задача о сборке кубика Рубика». Возможно, это неудачное название, потому что я не уверен, что я, значит, много расскажу о кубике Рубика. Возможно, я лишь слегка коснусь этой задачи. Ну и вот это относится к... Мой доклад относится к области алгебры или, можно сказать, теории групп. Это более узко. Вот. Ну и, как я обещал, скажу широко, что такое алгебра и что она изучает. Алгебра – это про разные объекты, с которыми можно делать некоторые операции, типа там сложения, умножения и тому подобных операций. Ну вот, например, числа, они вполне себе относятся к алгебре, потому что их можно складывать, умножать и тому подобное. Ну и вот если говорить про математический анализ, там тоже объекты можно складывать, умножать, ну и всякие другие операции с ними на самом деле можно делать. Ну вот алгебра это гораздо шире, чем числа. Ну вот сейчас я перейду непосредственно к своему докладу. И как я сказал, я преподаю такой курс, который называется «Алгебра и геометрия». Поэтому я хочу зайти в алгебру со стороны геометрии. И начать я хочу с простого вопроса. Тут можно меня перебивать, да? Вот скажите, даны две фигуры, квадрат и круг. Вот они изображены. Как вы думаете, какая из этих фигур более симметричная? Наверное, они одинаковые? Круг. У квадрата несколько осей симметрии, а у круга бесконечное множество. Ага, вот, все. Здесь мы перестаем меня перебивать теперь, да? Значит, я услышал одинаковый, услышал, что круг более симметричный, и даже услышал некоторый аргумент про то, что у квадрата несколько осей симметрии, ну, у круга тоже несколько, только бесконечно много. И, в общем-то, ответы хорошие, вопрос плохой, да? Вот. И сейчас будет слово, которое я обещаю один раз за доклад произнесу. Вот у людей, скажем так, на улице, у которых я спрашиваю, среди своих друзей, возникает мнение, что я просто какой-то идиотский вопрос задаю. Потому что обычно принято считать, что фигура либо симметричная, либо несимметричная. Ну а что там симметричнее чего, это странно. Это как спрашивать там, что зеленее чего, например. Вот. Но в нашем случае, конечно, интуиция нам подсказывает, что круг симметричнее. И это связано действительно с тем, что вот у квадрата есть ось симметрии, например, вертикальная. То есть если мы относительно этой оси отразим квадрат, он место то же самое займет. Есть горизонтальная, ну еще две вот такие диагональные оси симметрии. Получается, что у квадрата всего четыре оси симметрии, но у круга их бесконечно много. Здесь я изобразил некоторые из них. Ну вообще любая прямая, которая проходит через центр круга, является его осью симметрии. Ну и так как у круга больше осей симметрии, то он вроде как более симметричный, чем квадрат. Вот. Но при этом меня почему-то восхищает, что симметрия обычно воспринимается осевая, хотя бывают и другие симметрии. Например, в школе также изучают центральные симметрии геометрических фигур, но это не так уж и важно. А сейчас мы подойдем вот к этому же вопросу более, скажем так, строго, более математически. И мы строго определим, что такое симметрия. Итак, симметрией геометрической фигуры называется некоторое движение этой геометрической фигуры, которое совмещает эту фигуру саму с собой.
То есть у вас есть некоторая геометрическая фигура, например, в пространстве, и вот вы ее можете как-то подвигать, повертеть, и если она вернулась в то же самое положение, значит, вот это вот движение, которое вы проделали, называется симметрией. Если не вернулась, значит, это не симметрия. Это немножечко странное определение, но на примерах оно становится очень ясным. Итак, пусть у нас есть квадрат. Вот слева я его привел, и здесь я два у него раскрасил квадратика, чтобы понятно было, какие там точки где находятся. Ну вот, если мы возьмем и повернем квадрат на 90 градусов по часовой стрелке, то квадрат будет занимать то же самое место, что и до того. То есть каждая точка квадрата, ну кроме центра, поменяет свое положение, однако сам квадрат места не изменит. Значит, это действительно симметрия квадрата. Например, отражение относительно вертикальной оси – это тоже симметрия квадрата. Мы взяли квадрат, просто отразили его относительно вертикальной оси. Вот. А, например, поворот на 45 градусов квадрата не является симметрией квадрата, потому что после вот этого поворота на 45 градусов квадрат занимает другое положение. Ну и вот это и есть симметрии. Ну и тогда квадрат имеет 8 симметрий, ну имеется в виду в том смысле, в котором я только что сказал. Среди этих симметрий это отражение относительно осей симметрии, вот 4 оси симметрии, и повороты на 0 градусов. Поворот на 0 градусов, это если что, ну, ничего не делать с квадратом, это тоже симметрия. На 90 градусов, на 180 градусов и на 270. Мы просто так вот на 90 градусов поворачиваем. И вот их всего 8 симметрий. Доказать это на самом деле несложно, что других симметрий нет. Однако это нужно доказывать, то есть это не является там какой-то непреложной истиной. Делать мы этого не будем. А вот у круга бесконечно много симметрий. Тут также есть отражение относительно всех осей симметрии и повороты на любые углы по часовой стрелке. Ну, можно сказать, и против часовой стрелки. Но для меня поворот против часовой стрелки – это поворот по часовой стрелке на отрицательный угол. Вот. И поэтому, также поэтому, круг является более симметричной фигурой, чем квадрат. Ну вот, я же вам обещал говорить все-таки про алгебру, то есть про объекты, которые можно умножать, а не про геометрические фигуры. Ну вот оказывается, что симметрии какой-то геометрической фигуры, их можно умножать между собой. Итак, пусть нам даны две симметрии, F и G, которые мы так вот обозначаем. Ну вот, как нам найти произведение F на G? А вот произведением называется такая симметрия, которая получена последовательным применением сначала F, а потом G. Симметрия – это же некоторое такое движение. Вот. Ну, то есть, если мы сначала, вот тут на примере квадрата изображено, сначала двинем квадрат как симметрия F, а потом G, тогда вот то, что получается их последовательным применением, это и будет произведение. Ну, здесь я привел пример, вот этот же самый квадрат. Сначала, если мы его повернем на 90 градусов, вот так, а потом отразим относительно вертикальной оси, тогда вот это вот движение, которое вот этот квадрат переведет вот в это положение, оно и называется произведением вот этих вот двух симметрий. И то есть действительно симметрии это вот объект исследования алгебры, потому что это некоторые объекты, ну, симметрии под конкретные геометрические фигуры. Вот. И эти объекты можно умножать. Ну и вот, как я сказал, в алгебре объекты, которые можно умножать, ну или что-то другое с ними делать, они могут существенно отличаться от чисел, которые, в свою очередь, тоже можно умножать. Ну и, например, вот таким интересным фактом, что бывают симметрии, произведение которых f на g не равно произведению g на f. Ну и давайте пример просто я приведу, чтобы так полюбоваться им. Давайте рассмотрим все те же симметрии, которые я только что рассматривал. Это поворот на 90 градусов и отражение относительно вертикальной оси. Вот есть у нас квадрат. Если мы его сначала повернем на 90 градусов по часовой стрелке, получится, ну, вот квадрат повернутый. Если после этого мы этот повернутый квадрат отразим относительно вертикальной оси, то получим вот, ну, что произведение F на G – это такая симметрия, которая вот этот квадрат переводит, ну, вот в такой. Вот. А если в обратном, в другом порядке посмотреть G на F, как действует, мы берем снова тот же самый квадрат, как и в начале. Сначала отражаем его относительно вертикальной оси. У нас просто вот эти два цвета поменялись местами. Ну, вот взяли его, отразили. И потом повернули на 90 градусов по часовой стрелке. Тогда мы получили, что вот симметрия, которая переводит вот этот квадрат в такую конфигурацию, это G на F. И вот смотрите, симметрия F на G переводит вот такой квадрат вот в такой.
А симметрия G на F, точно такой же как квадрат, как и был в первом случае, переводит вот в такой. Но мы видим, что они разные. Вот. А это значит, что F на G не равно G на F. Это разные симметрии. И стало быть, F на G не равно G на F, чего в числах вообще не бывает, и это достаточно интересно. Ну вот, несмотря на то, что есть то, что отличает симметрии от чисел, есть и то, что на самом деле их объединяет. Ну и вот, что именно я хочу сейчас привести. Некоторые свойства умножения симметрии. Ну вот одно из свойств умножения, оно выглядит так. Выполнено равенство. Вот для любых симметрий F на G на H мы можем расставить скобки. Сначала F применить, потом G и потом H. Ну или вот так, F на G на H. Вот. Это более или менее такое очевидное свойство, потому что если у нас есть какое-то движение, мы раз, применили его к квадрату 2, ну, в общем-то, неважно, как мы расставляем скобки. Вот. Ну и для чисел вы тоже знаете, что это некоторое совершенно очевидное утверждение. Другое утверждение, которое касается симметрии, выглядит так. Существует некоторая симметрия, которую я обозначаю буковкой Е, маленькая, такая, что для любой другой симметрии F выполнено E умножить на F равно F умножить на E и равно это F. Для чисел вот этого чисел E, ну это просто единица. То есть 1 умножить на F равно F умножить на 1 равно на F. А что это такое для симметрии? Ну симметрия, это вот эта вот симметрия E, это такое отображение, которое берет квадрат и никак его не двигает. То есть это такое немного тривиальное движение. То есть мы движем квадрат как бы на 0 там, метров, сантиметров, неважно. Вот. Ну и понятно, что если мы к квадрату сначала применим симметрию E, ничего не поменяется, а потом применим симметрию F, то это то же самое будет, что не применять симметрию E. Ну вот такое есть. Ну и наконец, тоже важное свойство, это то, что для каждой симметрии F существует симметрия, которую мы обозначаем символом F минус 1, ну такая, что произведение F на F минус 1 равно вот этой самой тождественной симметрии. То есть для каждой симметрии есть обратная симметрия. Ну вот, здесь я привел один пример, это снова для квадрата, симметрия поворот на 90 градусов. То есть вот есть квадрат, и он переходит в поворот на 90 градусов по часовой стрелке. Какая обратная к этому повороту симметрия? Ну, тоже поворот на 90 градусов, только против часовой стрелки. Вот, то есть квадрат такой переводится сюда. Понятно, если возьмем квадрат, повернем его на 90 градусов по часовой стрелке, потом повернем на 90 градусов против часовой стрелки, то, в общем-то, все точки квадрата останутся на тех же местах, на которых они и находились. Вот. Но это свойство, которое стоит отметить. Ну, и вы, наверное, уже начали думать, а что это мы такие странные свойства с вами рассматривать. Можно задать вопрос? Конечно, конечно. А по первому свойству, получается, где мы используем три симметрии. У нас получается, если мы используем какие-то две симметрии, то они могут быть неравны, когда мы их меняем местами. А используя три симметрии, то у нас всегда будут равны? Или... А вот смотрите, мы их местами-то не меняем. У нас скобки только меняются. Видите, слева F, G на H и справа F, G на H, а порядок не меняется, последовательность не меняется. А там было у нас, что F на G не равно G на F. Тут порядок поменялся. Видите? Тогда вот. Вот так вот. Теперь понял. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Любые вопросы, это всегда замечательно. Так вот, оказывается, вот эти три свойства, которые, казалось бы, ну, либо очевидны, либо достаточно, так скажем, интуитивно понятные, они приводят к определению группы. И вот группой называется такое множество, ну какое-то множество, и на нем определена операция умножения. Так вот, если выполнены вот эти вот свойства, три свойства для всех элементов f, g, h, выполнено вот такое равенство, существует элемент e, который даже можно назвать единицей, потому что e на f равно f на e равно f. И для каждого элемента f существует обратный, тогда вот это множество с, определенным на ней операцией, с определенной операцией умножения называется группой. Ну и вот я вам обещал, что сегодня мы поговорим о теории групп. И вот как раз теория групп изучает вот такие объекты, как группы. Если мы возьмем, например, какой вам пример взять? Возьмем все числа без нуля и на них возьмем это умножение. Тогда это будет группой, потому что понятно, что первое свойство выполнено. Существует элемент E, этот элемент просто равен единице. Ну, и для каждого элемента F существует обратный элемент, F минус 1. Такой, что F на F минус 1 равно единице. Ну, для каждого числа можно найти обратный.
И это очень важно, что мы ноль выбросили из этого множества. Ну и вот теория групп и вообще определение группы, скажем так, впервые не то чтобы появилась в работе, но, скажем так, было инициировано Эвристом Галуа. Сейчас я хочу про него немножечко рассказать. Это французский математик, который родился в 1811 году. Сразу обратите внимание, что он умер в 1932 году, то есть только в возрасте 20 лет. Однако вот многие, во многих книжках и на многих сайтах пишут, что Эварист Галуа – это основатель высшей алгебры вот в том виде, в котором она сейчас существует. Конечно, я очень сомневаюсь, что сам Эварист Галуа знал, что он основатель высшей алгебры, однако ну вот, вклад он точно внес большой в теорию групп уж наверняка. Вот, это был очень, скажем, талантливый студент, талантливый молодой человек и школьник. Вот. Я прочитал, что он занимался математикой, ну, скажем так, серьезно занимался математикой только 4 года. Ну и вот достиг достаточно больших успехов. Но при том, что у него было много успехов в математике, были и некоторые, скажем так, провалы. Сейчас я их немножечко озвучу, чтобы мы какие-то выводы смогли сделать. Значит, так как Эварист Галуа был очень сильным математиком, многие вещи ему казались совершенно простыми. И поэтому его доказательства разных утверждений, они были очень неподробными и написаны так хаотично. И у него такое было ощущение. Сейчас, опять же, я с Эваристом Галуа не разговаривал, я читал книжку про него. Ощущение, что все должны это понимать, потому что он это понимает. Но Эварист Галуа это исключительным был математиком, как бы доказательства которого очень непросты. Вот, и поэтому у него было несколько попыток публикации своих результатов, которые отклоняли, потому что доказательства были, скажем так, слишком плохо изложены, неясно были изложены. Вот. Также у него даже были некоторые сложности с поступлением в университет, потому что раньше в Париже, во Франции, в университет поступали не по ЕГЭ, да, а чтобы поступить в университет, нужно какую-то работу подготовить, скажем так, вступительную. А так как Эварист Галуа уж простого ничего писать просто не мог, а писать что-то красивое не хотел, то в университет он поступил не с первого раза. Вот. И все только из-за аккуратности, а студентом он был, естественно, исключительным. И тут мы делаем вывод, друзья, вы пишете много олимпиад, контрольных, каких-то, может быть, рефератов, дипломов, всегда уделяете большое внимание тому, как вы это излагаете именно по форме. Это, в общем, всегда сыграет вам только в плюс. Но при всем при этом, как я сказал, результаты Эвариста Галуа были отклонены некоторые, ну, он не мог их опубликовать. Однако, что приятно, скажем так, для человечества, перед смертью он успел, значит, свои работы передать достаточно влиятельным математикам, а именно Лиувилю. Не знаю, слышали ли вы о таком математике. Вот. И Лиувилю было не все равно на его работы, и он разобрался с тем, что пишет Эварист Галуа, привел это в достойный вид и, в общем-то, все опубликовал. И уже позднее, естественно, после смерти Галуа, эти работы были очень высоко оценены. И вот поэтому многие говорят, что да, Эварист Галуа является основателем высшей алгебры. Вот. Но если отметить, скажем так, где заметен Эварист Галуа, при том, что ему было 20 лет на момент смерти, в математике есть такие термины, как поле Галуа, расширение Галуа, группа Галуа. И это все про Эвариста Галуа. Вот. Также во Франции есть премия имени Эвариста Галуа, которая вручается молодым математикам. Помимо этого, я думаю, по крайней мере, в нескольких университетах есть семинары, которые называются именем Эварист Галуа. В частности, в Новосибирском университете вот я хожу на семинар, который называется Эварист Галуа. В Париже есть улица Эвариста Галуа. И что меня порадовало, это что один из кратеров на обратной стороне Луны называется также именем Эвариста Галуа. Ну, а имя кратерам на Луне дают не математики и точно не специалисты в области алгебры. Так что вот это говорит о высоком признании заслуг Эвариста Галуа, значит, в математике.
Вот. Еще пару слов скажу о самом о нем, о человеке, и почему же так получилось, что Эварист Галуа умер в 20 лет. Значит, ну, во-первых, времена были такие непростые, 19 век, вот, и Эварист Галуа был активно вовлечен во всякую политическую деятельность. Вот, у него отец был мэром города, вот, но в 1830 году вообще во Франции была революция и смена короля. И так как Галуа был, значит, близкий к политике, потому что он и с отцом своим много времени проводил, он выступал там, скажем, со всякими политическими заявлениями, организовывал политические какие-то кружки в университете и даже за это дважды попадал в тюрьму. Вот. Ну, а умер он вообще, потому что участвовал в дуэли из-за женщины, официальная версия. Хотя Википедия говорит, что, возможно, смерть Эвариста Галуа была подстроена роялистами, в общем, по политическим мотивам. Но это все так интересно. Я, на самом деле, очень много могу рассказывать про Эвариста Галуа, но я вам порекомендую книжку. Вот. Эта книжка называется «Эварист Галуа. Революционер и математик». Вот справа приведена обложка этой книжки. Вот. Она издана, ну, вот, издательством «Наука» в 1984 году. Но тут сразу не бойтесь, «Наука» — это не значит, что эта книжка научная. Я бы ее вполне отнес к художественной литературе. То есть там три части в этой книжке. Первая про, скажем, юность Эвариста Галуа и про его путь в математике. Вторая часть про политическую. Ну, она не такая, не сухая политическая, а вот именно очень интересно читать. А третья про научные результаты Эвариста Галуа, но написаны эти результаты, скажем так, максимально доступно. Конечно, надо вдумчиво это читать. Ну и вообще я так многим даже говорю, что в принципе третью часть можно не читать, если вы там математиком не являетесь. А первые две обязательно надо почитать. Мне эту книжку посоветовал почитать мой преподаватель по алгебре на первом курсе. Я ее прочитал только спустя где-то лет 5 в магистратуре. Ну, а в книжке написано, что эта книжка предназначена для учащихся старших классов средней школы и их преподавателей. Поэтому, если вы надумаете, в интернете эту книжку можно найти, я всем рекомендую. Но если вы не захотите ее читать, то, ну и ладно. Вот. Но я, возможно, чуть-чуть задержался на Эвариста Галуа. Мы хотели с вами поговорить все-таки про группы. А группа — это вот объект, ну, множество с умножением. И выполнены вот такие должны быть три свойства. И вот что ввел Эварист Галуа, первый в истории, это так называемую группу подстановок. И сейчас мы определим, что это такое. Итак, пусть А – это множество первых n чисел. То есть 1, 2, 3 и так далее, вплоть до n. Вот. Что такое группа подстановок? А группа подстановок на n элементах – это множество всех перестановок вот этого множества А относительно операции композиции. Что это значит? Ну, мы с вами поняли, что группа – это некоторое множество и заданное на нем умножение. Что же это за множество? А множество – это множество всех вот перестановок. То есть у вас есть множество А, состоящее из элементов 1, 2 и так далее, n. И вот элементы группы подстановок – это то, как вот эти элементы из множества А можно переставлять. То есть мы берем элементы 1, 2 и так далее, n, переставляем их как-то, и вот эта перестановка – это есть элемент группы подстановок. А что такое умножение подстановок, ну или перестановок? Это как раз, если мы берем это множество, переставляем его один раз, первой перестановкой, и переставляем второй раз, второй перестановкой. Вот, то есть мы снова, так же, как и с симметриями было, произведение двух перестановок, это просто последовательное применение сначала одной перестановки, потом другой. Так, возможно, это не очень понятно, но сейчас я на примере покажу, и все встанет на свои места. Ну, я сразу скажу, что группа подстановок на n элементах обозначается символом Sn, где S – это от английского слова симметрии, как раз того, с чего мы начали. Симметрии. Как же удобно обозначать перестановки? Ну, делается это вот так. Сверху мы записываем элементы 1, 2 и так далее, n. Ну, а перестановка – это что-то, что переставляет эти элементы. Ну, и вот внизу мы пишем те же самые элементы, k1, ну, вот я написал k1, k2 и так далее, kn. Это те же самые элементы 1, 2, n, но только переставлены. То есть 1 переставляется в элемент k1, 2 переставляется в kn. Ну, это в общем случае. А вот, например, перестановка, ну, на 5 элементах просто выглядит так. Вверху 1, 2, 3, 4, 5.
А внизу то же самое, только переставленные местами. Ну, например, 2, 4, 3, 1, 5. Могут быть и другие перестановки, но вот просто любая подстановка это, или перестановка это вот записывается как две строчки. Сверху числа от 1 до n, снизу тоже числа от 1 до n, но как-то переставлены. Вот. И эти перестановки можно умножать между собой. Как это делается? Ну, давайте я на примере перестановок 5 элементов покажу. Смотрите, чтобы две перестановки умножить, надо сначала применить первую перестановку, а потом вторую. Для этого смотрите. По действиям первой перестановки единица переходит в двойку. А по действиям второй перестановки двойка переходит в единицу. Это значит, что 1 перешел в 2, а 2 перешел в 1. Значит, в итоге 1 перешел в 1. Идем дальше. Двойка по действиям первой перестановки перешла в четверку. А четверка по действиям второй перестановки перешла в пятерку. Значит, по действиям произведения двойка должна перейти в 4 и потом в 5. То есть 2 перешла в 5. Дальше 3 перешла в 3, 3 перешла в 4. Значит, 3 переходит в 4. 4 переходит в 1, 1 переходит в 2, значит, 4 переходит в 2. 5 переходит в 5, 5 переходит в 3, значит, 5 переходит в 3. Вот, это можно еще и графически изобразить. Делается это так. Вот как первую перестановку записать? Я беру, просто записываю сначала числа от 1 до 5, 1, 2, 3, 4, 5. А внизу снова записываю эти же числа, 1, 2, 3, 4, 5. И что такое первая перестановка? Это 1 перешло в 2, я пишу стрелочку, 1 перешло в 2. 2 перешло в 4, я рисую стрелочку, 2 перешло в 4. 3 переходит в 3, рисую стрелочку, 3 переходит в 3. 4 переходит в 1, рисую стрелочку, 4 переходит в 1. 5 переходит в 5, рисую стрелочку, 5 переходит в 5. Вот это вот первые две строчки чисел и стрелочки между ними, это первая перестановка. Вторая перестановка. Это вот ну, то же самое, только для второй. Видите, 1 переходит в 2, 1 перешло в 2, 2 переходит в 1, 2 переходит в 1, ну и так далее. И что тогда произведением их является? Ну, это то, куда 1 в верхней строчке перейдет в 1 в нижней строчке. То есть 1 перешло в 1, вот мы это записали. 2 вот так перешло в 5, мы это записали. 3 перешло в 4, мы это записали. 4 в 2 и 5 в 3. Вот и все произведение. Скажите, пожалуйста, понятно ли то, как умножаются перестановки? Да. Да, понятно. Да, понятно. Да, понятно. Тут есть и на картинке, и на вот такие тоже их достаточно просто умножать. Ну, здесь я привел еще один пример перестановок из S6. Чем отличается S6 от S5? Что тут 5 элементов вверху, а тут 6. Вот и все. Ну, комментировать я его не буду. Вроде бы это... Но элементы не могут повторяться, потому что это получается просто перестановка, да? А внизу элементы тоже все различные. Вот, поэтому не могут, да. То есть два раза там единица не может встретиться. В этом был вопрос, да? Да. Да, ну, здорово. И вот на перестановках, сейчас мы пойдем чуть-чуть более глубоко, и есть такое, в перестановках такое, значит, такая тонкость, которую можно изучать. Сейчас я расскажу о ней, и потом расскажу о применении. Итак, пусть там дана некоторая перестановка. 1 переходит в k1, 2 переходит в k2 и так далее, n переходит в kn. В этой перестановке бывают такие штуки, которые называются инверсии. Инверсией называется пара столбиков, i переходит в ki, g переходит в kg. Такое, что i меньше g, то есть верхние индексы упорядочены i меньше g, а ki больше kg, то есть нижний индекс ki больше kg. I меньше g, а ki больше kg. Вот, что это значит? С точки зрения вот картиночек, это значит, что i переходит в какой-то элемент сюда, а g в какой-то элемент сюда, и они пересекаются. Вот, то есть видите, i меньше g, это значит, что i слева находится от g, а ki больше, чем kg. Это значит, что ki находится правее, чем kg. Вот. Ну и это поэтому называется инверсия. Просто две берутся, и они там как-то меняются. То есть при этом не обязательно kg равно i, ну просто вот как-то они, вот эти две стрелочки пересеклись. Ну и давайте на примере какой-то подстановки найдем инверсии. Тут я напомнил еще раз, что такое инверсия. Инверсия называется пара столбиков, таких, что i меньше g, верхние упорядоченные i меньше g, а нижние ki больше kg. Ну и давайте здесь, вот в этой подстановке из S5, попробуем найти все инверсии. Ну вот смотрите, берем первый столбик, 1, 2, и попробуем найти какой-то столбик, чтобы они вместе были инверсией. Ну вот, берем второй столбик, 1, 2 и 2, 4. Будут ли эти два столбика инверсии? Кто скажет? Нет. Не будут, потому что 1 меньше 2, а 2 меньше 4. Вот.
Теперь берем второй. 1, 2 и 3, 3. Снова не будут. А вот если взять 1, 2 и 4, 1, тогда это инверсия. 1 меньше 4, а 2 больше 1. Вот, но я тут записал сразу все инверсии. Вот 1, 2 и 4, 1. 2, 4, ну и дальше беру второй столбик и со всеми его прогоняю. 2, 4 и 3, 3. 2 меньше 3, но 4 больше 3. 2, 4 и 4, 1. 2 меньше 4, но 4 больше 1. 3, 3 и... Неправильно написал. 3, 3 и тут тоже 4, 1 должно быть. Вот, ну, потому что сам столбик с собой не... То есть 3, вот этот столбик 3, 3 и 4, 1. То есть 3 меньше 4 здесь, а 3 больше 1. То есть всего получилось 1, 2, 3, 4 инверсии вот в этой подстановке. Но оказывается, вот основываясь на этих инверсиях, можно много чего сказать о подстановках. Вот, в частности, можно определить так называемые четные и нечетные подстановки. Ну вот подстановка называется четной, если в ней четное число инверсий. Ну, а в противном случае, если в подстановке нечетное число инверсий, то подстановка нечетная. Ну вот, например, вот эта подстановка, которую мы уже рассмотрели, в ней мы насчитали 4 инверсии, значит, это четная подстановка. Ну и вот есть такая теорема, скажем так, которая говорит о том, что словосочетание «четная подстановка» или там «нечетная подстановка» — это достаточно удачное название. Выглядит эта теорема так. Произведение двух четных подстановок, мы знаем, что четные подстановки можно умножать, произведение двух четных подстановок является четной подстановкой. Это вот похоже на там, сложение двух четных чисел, сумма двух четных чисел является четным числом. Ну вот, для подстановок то же самое. Второе утверждение. Произведение четной и нечетной подстановок является нечетной подстановкой. Как и с числами, сумма двух нечетных чисел является четной. Ну и снова, произведение двух нечетных подстановок является четной подстановкой. Собственно, поэтому это роднит их, значит, с числами. Если мы заменяем числа на подстановки, а сумму на произведение, то у нас все такое, так и будет. Но эту теорему я доказывать не буду, при том, что доказать ее несложно. Это делается обычно на первом курсе, в первом семестре на механико-математическом факультете. Но я это хочу применить, вот эту теорему, в одной, в общем, увлекательной игре. Это игра в пятнашки. Скажите, пожалуйста, играли ли вы когда-нибудь в пятнашки? Вот. Да. 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 Здорово. А скажите, слышали ли вы когда-нибудь доклад вот, по математике, который задевает игру в пятнашки? Нет. Нет. Нет, здорово, я очень рад, иначе сейчас все мои усилия были бы напрасно. Так вот, что такое игра в пятнашки? Выглядит она так. Есть, значит, квадратик 4 на 4, и в нем есть таких маленьких квадратиков тоже 15. Но в квадрате же 4 на 4 есть 16, ну, его можно на 16 квадратиков разделить. И вот есть некоторое пустое поле. Ну, и вот квадратики можно сдвигать. Например, я могу семерку передвинуть сюда справа налево, значит, у нас семерка поменяет свое положение, она сдвинется, а пустой квадратик тоже ну, поменяет свое положение. Вот. Ну и цель по такому запутанному полю нужно привести все в упорядоченный вид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. 13, 4, 15, 15 и пустое поле находится здесь. Эта игра вообще древняя. Значит, появилась она еще в 19 веке. Ну и есть такое популярное заблуждение, которое сейчас становится все менее популярным, которое изображен на фотографии слева. Это шахматист и также шахматный композитор. Так называют людей, которые про шахматы. Это вот, то есть есть какая-то ну, шахматная доска, и там как-то положение фигур, и задание там построить там мат в такое-то количество ходов, или там привести к ничьей, или что-то такое. Это называется шахматный композитор. Есть на самом деле даже где-то штук 5 очень известных задач по шахматам, вот от Сэмюэля Ллойда, который, ну, который прям в книжках по шахматам есть. Вот. Ну и также он автор головоломок, и он утверждал, что он является автором игры в пятнашки. Вот. Ну, Википедия с этим не согласна. И, опять же, стоит ли верить Википедии? Ну, Википедия приводит достаточно такой большой объем ссылок, который говорит, что на самом деле Сэмюэл Ллойд не был автором игры в пятнашки. Я не берусь брать, кто был на самом деле. А утверждает, ну, на Википедии написано, что автором игры в пятнашки является
Ной Палмер Чепмен. И найти о нем какую-то информацию очень сложно. Я даже не нашел ни дат рождения, ни даты смерти. Ну вот он где-то жил на рубеже 19 и 20 веков. И он был просто почтовым работником, работал на почте. Вот. И фотографию я тоже, естественно, не нашел. И я это связываю с тем, что вот игра в пятнашки, она стала гораздо популярнее, чем сам, собственно, Ной Палмер Чепмен. Поэтому, если набрать его имя в Гугле, например, тогда куча ссылок на игру в пятнашки придет. Вот. Но я здесь вместо фотографии Ноя Палмера Чепмена привел обложку одной книжки, которая называется, ну, «Головоломка пятнашки». Тут что-то написано. Ну, вот меня радуют три строчки в самом низу, которые говорят, как величайший изобретатель головоломок Америки, Сэм Ллойд, в общем, дурачил всех на протяжении 115 лет. Сэм Ллойд – это как раз вот этот человек. Но на самом деле он дурачил не тем, что он говорил, что он автор пятнашек, а тем, что он предложил денежное вознаграждение за игру в пятнашки вот в такой комбинации. То есть Сэм Ллойд предложил и объявил об этом во всеуслышание в газете, видимо, предложил $1000 тому, кто решит вот такую задачу. Вот слева у нас конфигурация пятнашек, почти что заполненная. Видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14. То есть 14 и 15 поменены местами. И он просит, ну, кто сможет перевести это в заполненную конфигурацию, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну вот, когда 14, 15 поменялись, тому он платит $1000. Я напоминаю даты, 19 век, $1000 – это баснословные деньги. И, в общем-то, есть масса книжек, вот, например, вот это одна из книжек, в которой эта ситуация описывается. Это, ну, натуральная пятнашечная лихорадка была. Все покупали эти игры в пятнашки и пытались решить вот эту задачу. Вот. Почему же Сэм Ллойд кого-то там дурачил? А дело в том, что сделать это невозможно. Невозможно вот из этой конфигурации перейти в эту конфигурацию, ну, по правилам игры в пятнашки. Ну, а Сэмюэл Ллойд, он был не только... Ну, я полагаю, что он понимал, что это невозможно. И он, помимо того, что предложил денежное вознаграждение, он еще и продавал игру в пятнашки, производил их и продавал. Поэтому люди покупали эти игры в пятнашки, пытались решить задачу, ну и предлагая денежный приз, в общем-то, Сэмюэл Ллойд ничем не рисковал. Я сразу хочу сказать, Сэмюэл Ллойд – это просто великий, значит, автор шахматных задач. Почему-то в моем докладе он звучит как какой-то там злой гений из мультика. Однако это скорее мы один аспект такой обсуждаем. При этом я даже не считаю его злым гением. Мне нравится вот эта ситуация с игрой в пятнашки. И что же я хочу вам доказать? Используя теорию групп, я хочу доказать, что решить эту задачу невозможно. И вот сейчас мы это сделаем с вами. Ну, делать мы это будем от противного. Давайте предположим, что нам удалось таки вот собрать вот эту вот головоломку пятнашки, ну, только из состояния, когда 14 и 15 поменены местами, в состояние, когда они в правильном положении. Ну и вот тут первое, что я хочу доказать, что если нам и удалось это сделать, тогда мы сделали четное число ходов. Вот мы обязательно сделаем четное число ходов. Как это доказать? Ну вот тут нужно применить некоторый такой стандартный трюк олимпиадной математики. Я думаю, вы уже сталкивались с таким, когда есть какая-то прямоугольная сетка. Скорее всего, ее нужно раскрасить шахматной раскраской. Ну, то есть шахматная раскраска – это когда черные и белые чередуются. То есть черными окрашены единичка, тройка, шестерка, восьмерка, девятка, 11, ну и вот 15, и вот это вот пустое поле. Раскрашиваем черной шахматной раскраской. Вот после этого стоит подметить, что когда мы делаем ход в игре пятнашки, тогда пустое поле, оно перемещается либо налево, либо направо, либо вверх, либо вниз. Вот. Ну а в шахматной раскраске, если у нас есть какая-то там белая клеточка, тогда сверху, снизу, слева и справа от нее черные. А если есть черная, то слева, сверху, сверху, снизу, слева и справа от нее белые. То есть в каждом ходе игры в пятнашки, значит, пустая клетка меняет цвет, на котором она находится. Ну и вот, если нам все-таки удалось из этого положения перевести в это,
значит, пустая клетка осталась на месте. Но если каждый ход она меняла цвет, значит, чтобы у нее цвет остался тот же самый, мы должны были сделать четное число ходов. Вот и все. То есть, если все-таки нам удалось перевести из одной комбинации в другую, ну, не из одной в другую, а вот именно из вот этой, из левой в правую, тогда мы сделали четное число ходов. Группы подстановок пока что здесь ни при чем. А вот сейчас мы подходим к тому, когда эти группы подстановок начинают играть роль. Возьмем и сопоставим каждому положению игры в пятнашке подстановку на 16 элементах. Я напоминаю, что мы уже знаем, что такое подстановки. Подстановка, ну, можно понимать, вот как такую вот две строчки, сверху 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, 16. Ну, а внизу какие-то числа, которые тоже отсюда же, из этих 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, 16. Как мы это делаем? А мы просто вот читаем построчечно. Первый элемент перейдет вот куда вот это, видите, 4. Второй элемент в двойку, третий в тройку, четвертый в единицу, видите, 4, 2, 3, 1. Дальше идем. Пятый элемент переходит в пятерку. Шестой элемент переходит в шестерку. Вот пустому полю нам надо дать какое-то число. Ну, единственное незанятое число – это 16. Дальше восьмой. Видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, восьмерка переходит в семерку. Девятка переходит в восьмерку. Ну, скажите, понятно ли, как мы строим подстановку по этой? По да, понятно. Да, понятно. Да, понятно. Да. Хорошо. А теперь смотрите, что будет, если мы сделаем ход игры пятнашки. То есть как изменится перестановка. Ну вот, например, я тут привел пример. Что если мы возьмем десятку и сдвинем вверх? Значит, изменится в игре пятнашки только вот это поле в подстановке. Вот это вот и вот это. То есть у нас все еще единица переходит в четверку, двойка переходит в двойку, тройка в тройку, четверка в единицу, пятерка в пятерку, шестерка в шестерку, а семерка, которая раньше переходила в 16, начнет переходить в 10. Ну и вот здесь еще изменит. 11, которая переходила в 10, начнет переходить в 10. То есть просто у нас два числа поменяются местами. А что это такое, если мы взяли в перестановке и просто в ней поменяли два числа местами? А это мы, значит, взяли ее и умножили на перестановку, которая просто эти два числа местами меняет. Вот получается, что каждый ход игры в пятнашке это просто умножение на перестановку вот такого вида. Все элементы остаются на местах, а два элемента меняются и переходят в G. Тут я неправильно написал. И переходит в G, а G переходит в I. Ну, тут надо эти учесть индексы. Вот, то есть, если у нас есть конфигурация игры в пятнашке, мы по ней строим подстановку. Если мы к этой конфигурации применили одно действие, значит, подстановка просто умножилась на какую-то справа, ну, вот на подстановку вот такого вида. Ну, и вот тут я, опять же, упускаю один момент. Не буду строго это доказывать, что эта подстановка является нечетной. То есть подстановка, которая все элементы оставляет на месте, а два просто меняет местами, она является нечетной. Как это доказать? Ну, надо просто все эти посчитать, все инверсии. Я думаю, каждый из вас может это сделать, если захочет. Таким образом, мы приходим вот к такому. Значит, давайте мы предположим, что мы смогли таки перевести из левого состояния в правое состояние. Тогда, как мы уже поняли, ладно, тут я много написал, когда мы, так мы уже поняли, что нужно сделать четное число ходов. Угу. Тогда смотрите, если мы построим по левой конфигурации игры в пятнашке подстановку вот по такому правилу, как мы делали, и по правой конфигурации игры в пятнашке мы построим подстановку, как мы это делали, тогда получится, что за, ну, мы четное число раз умножая справа на нечетную подстановку, из вот этой вот получаем вот эту. Итак, внимание, нам дана подстановка. Мы ее за четное число ходов перевели в другую. И при этом каждый ход – это умножение на нечетную подстановку. То есть мы четное число раз умножили на нечетную подстановку. А если мы четное число раз умножили на нечетную подстановку, значит знак у вот этой вот и вот этой должны совпадать. Знак, все, извините, четность. Это как с числами. Если мы к какому-то числу прибавили четное число раз нечетное число, значит, ну, четность числа не поменялась. Вот, а это значит, что вот эта подстановка, ну, конфигурация, которая вот этой подстановке соответствует, и конфигурация, которая вот этой подстановке соответствует, должны иметь одинаковую четность. А это не так.
Ну, это несложно проверить, потому что справа это вообще подстановка такая. Один переходит в один, два переходит в два, три переходит в три, четыре переходит в четыре, ну и так далее. Там вообще ни одной нету инверсии, а здесь есть ровно одна инверсия. Вот такое удивительное доказательство. И последний шаг, возможно, немножечко сложноват, поэтому я хочу вас спросить. Скажите, поняли ли вы последний шаг вот этого доказательства? Да. Да. Вот несколько человек поняли. Если это здорово, если кто-то не понял, постеснялся сказать, что не понял, и захотите все-таки понять, пересмотрите это видео, только ставя на паузу и чуть-чуть на бумажке себе чиркая, я надеюсь, что это все прояснит. Вот, по расписанию у меня осталось 10 минут, а я еще ни слова не сказал про кубик Рубика. Я очень поверхностно по нему пробегусь, потому что, чтобы как-то оправдать название своего доклада. Итак, кубик Рубика. Все знают, что такое кубик Рубика. Как я понял, один из слушателей даже умеет его собирать. Я не умею. Вот, это вот такая головоломка, суть которой объяснять не стоит. Сразу скажу, что она запатентована была в 1975 году, то есть вот аж 45 лет назад, даже чуть-чуть больше. И придумал ее Эрно Рубик. Вот его фотография приведена. Он до сих пор жив, как-то купается в лаврах кубика Рубика. Ну, вообще, это выдающийся человек, много он разных головоломок придумал. Однако вот кубик Рубика – это самое популярное из них. Он вообще был профессором университета, был, извините, он на момент создания кубика Рубика был профессором университета. И в разных источниках пишут по-разному, что с помощью кубика Рубика одни пишут, что он, значит, стремился развить у своих студентов пространственное мышление, при том, что он был профессором университета, ну, там, архитектурного или что-то в этом роде. А вторые говорят, что он пытался, значит, как-то эту теорию групп объяснить. Второе, мне вообще, я не верю в это, потому что, ну, по крайней мере, сейчас люди в архитектурных университетах не имеют представления о том, что такое теория групп. Так, я, возможно, грубо сказать, не то, что не имеют представления, им это не нужно. Вот. Ну вот, сам факт того, что кубик Рубика он придумал, вот Эрно Рубик придумал тогда, когда он обучал чему-то студентов. Есть, кстати, похожая головоломка, называется пирамидка Мёфферта. Вот, она выглядит так, и ее запатентовал Уви Мёфферт. Значит, вот на этой фотографии они вместе с Рубиком стоят. Вот это Мёфферт, вот этот сам Рубик. И он тоже живой, и да, я этому очень рад. Я специально не написал дату, когда была запатентована пирамидка Мёфферта. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, раньше она была кубика Рубика или позже запатентована? Одновременно. Позже, вероятнее всего. Что-что? Позже, так как они очень похожи. Так-то. Позже, Позже. Ага. Одновременно. Смысл одинаковый. Только фигура. Я понял. Спасибо за ваше мнение, да. Удивительный факт. Пирамидка Мёфферта была запатентована на 3 года раньше, чем кубик Рубика. И я поэтому и спрашивал, потому что меня это удивило, потому что кубик Рубика в 100 раз популярнее. Вот. И как-то вот он начал... И пирамидка вот эта вот Мёфферта, она также начала набирать популярность как раз с появлением кубика Рубика. И у меня вчера появилась гипотеза, почему это получилось. Я это связываю с тем, что Мёфферту просто не повезло с фамилией. Вот кубик Рубика звучит как что-то привлекательное, а пирамидка Мёфферта не звучит как что-то привлекательное. Если было бы там пирамидка и что-нибудь звучное, тогда он бы стал гораздо популярнее, чем кубик Рубика. Ну, это такой шуточный вариант. Неизвестно мне, почему вот 3 года пирамидка не то чтобы, ну, не пользовалась широкой популярностью, а с появлением кубика Рубика она, конечно, стала покупаться вот любителями головоломок. И по ошибке, кстати, многие называют вот эту пирамидку Мёфферта тетраэдром Рубика. Ну, вообще, многие головоломки, что бы это ни было, сейчас многие называют чем-то там Рубика. Но вот, оказывается, кубик Рубика, пирамидку Мёфферта и вообще очень многие механические головоломки можно решать с использованием теории групп и групп подстановок. Вот. И сейчас я хочу вам привести очень-очень поверхностное понимание вот того, как это делать. То есть
если вы ничего не поймете, это совершенно нормально. Так и должно быть. Вот, потому что я буду, ну, потому что я и не планировал, что вы поймете, а лишь такое, чтобы у вас появилось ощущение, что теория групп может вот быть применена вот хотя бы в таких задачах. Вот смотрите, есть развертка кубика Рубика. Вот она, ну, я думаю, клеили вы кубики из бумажки, вот так выглядит развертка. Вот. Как кубик Рубик собирается? Вокруг некоторых граней вот так вот просто нужно его вертеть. Ну и вот центры грани, как бы мы их ни крутили, они положение свое не изменят. Вот. И поэтому вот эти грани зафиксированы. Тут буковки стоят, это по цвету грани. То есть голубой, розовый, зеленый, оранжевый и так далее. Теперь давайте занумеруем просто эти грани. Ну вот, все кубики остальные. Вот тут есть 1, 2, 3, потом там 4, 5, 6, 7, 8. Ну и так вот вообще все занумеруем. Получится 48 кубиков. Давайте это сюда отложим. Ну и вот теперь оказывается, что по кубику Рубику, похожим образом к игре в пятнашки, можно сопоставить некоторую подстановку, только она уже будет не на 16 элементах, а на 48 элементах. И эта подстановка соответствует поворотам кубика Рубика. Ну вот давайте посмотрим на вот эту вот розовую грань. Что будет, если мы ее повернем на 90 градусов по часовой стрелке? Ну тут я вот написал, что будет, смотрите. Тут в непривычном для нас виде изображена подстановка. Это значит, что если мы повернем грань, вот эту вот розовую, по часовой стрелке на 90 градусов, значит девятка перейдет в 11. Я записываю 9, потом 11. 11 перейдет в 16. 11 переходит в 16. 16 переходит в 14. Записываю 16 переходит в 14. 14 переходит в 9. Я просто скрываю скобку. Вот дальше. Куда переходит десятка? 10 в 13, 13 в 15, 15 в 12, 12 в 10. Это я здесь записал. Но на самом деле, когда мы поворачиваем вот эту вот розовую грань по часовой стрелке, еще и вот эти вот двигаются. 38, 39, 40, 17, 20, 22, 40. Ну, вот эти вот все, короче. Это здесь и записано. Ну, и вот так мы можем по каждой грани расписать. Пожалуйста, не смотрите внимательно на эти числа. Это лишь такая, значит, дает вам некоторую интуицию о том, что каждый поворот грани – это некоторая перестановка вот этих вот чисел. Ну и вот я их тут снова написал. И тогда как же собрать кубик Рубика? Сейчас я даже не буду спрашивать, понятно вам или непонятно, потому что у меня не было цели, чтобы вы тут уже про кубик Рубика понимали. Я хотел так его лишь очертить. Вот есть у вас кубик Рубика. По конфигурации этого кубика Рубика можно построить некоторую перестановку. Так как эта перестановка может быть получена из разобранного состояния, значит, ее можно записать в виде произведения вот таких перестановок, 6. Вот это нужно сделать. Вот. А вот если мы смогли ее записать так, то это нам и даст некоторый алгоритм сборки кубика Рубика. Значит, тут я понимаю, что это сложно, и поэтому для тех, кто понимает, что это сложно, но тем не менее заинтересовался, я привел специальную ссылку. Это ссылка, значит, на личную страницу заместителя директора математического центра в Академгородка, в Академгородке, который также занимается теорией групп. Ну, или занимался. Я думаю, что все-таки занимается. И вот по вот этой ссылке приведена задачка. Состоит она в том, чтобы придумать самостоятельно, не пользуясь интернетом, ничем, а пользуясь только теорией групп, группами подстановок, придумать алгоритм сборки кубика Рубика. Ну, правда, не 3 на 3, а 2 на 2. И там где-то приведено 10 или 12 шагов, что нужно доказать, на каком этапе. То есть это очень, там, скажем, с большим количеством советов приведен способ, как придумать алгоритм сборки кубика Рубика. И если вы этот способ поймете, я всем рекомендую зайти, тогда вы поймете, как придумать, не как собрать кубик Рубика, а как придумать, как его собирать. То есть придумать способ сборки кубика Рубика – это гораздо круче, чем ну, посмотреть его в интернете и научиться его собирать. Вот. Где-то на этом месте я закончу. Если у вас возникнут какие-то вопросы после этого, не стесняйтесь писать мне по почте. Я вам желаю ну, успехов в вашем дальнейшем обучении. Большое спасибо за то, что слушали.